Подскажите, какой опылитель нужен гибридной актинидии колбасиной, коломикта или аргута? Значит, давайте несколько слов о самой актинидии. Актинидия – растение двудомное. Что это значит? Значит, женские цветки на одном растении, а мужские на другом. Поэтому одна она плодоносить не может. Нужен сорт-опылитель, мужское растение. Значит, вопрос стоит так. Актинидия аргута или коломикта – это два разных вида. Ну, так сказать, подумавши, можно сказать, что надо этого же вида брать растение, а не другого, потому что еще неизвестно, вместе они дают скрещивание полезное или нет. Приводится название сорта. Сорт актинидия колбасиной. Колбасина – это селекционер, который вывел этот сорт. Сорт оказывается интересный по вкусовым качествам, и у него довольно крупные ягоды, до 15 грамм может достигать. Может растение выращиваться, приводится в справочнике, что растение может выращиваться в Подмосковье. Ягоды созревают к концу сентября. Вкусовые качества хорошие. Сорт гибридный по происхождению, получен от скрещивания двух видов актинидии. Актинидия аргута и актинидия пурпурная. Значит, у автора вопроса растение женское. Нужно найти товарища мужскую актинидию. В справочнике рекомендуются такие мужские растения мужского рода. Джиральда мужское растение. И еще растение из двух семей. Почему семей? По-видимому, еще может быть не совсем отработанный сорт. Семья великанша, мужское растение, великанша 2, и семья дочь Зеи. Это мужские растения. Почему семья, сейчас я это объяснить не могу, но в селекционной работе это вполне возможно, что первоначально получается некоторая группа растений, сеянцев, которые претендуют на то, что они могут сорт показывать, а до конца еще не отработано, чтобы было только одно что-то. Вот такая есть рекомендация. Саженцы плодоносить начинают на третий год. Растение, конечно, по описанию получается интересное. По вкусовым качествам она считается одной из лучших. Значит, без мужского растения плодоносить не будет. И если еще, кроме, так сказать, перечисленных, может быть, у вас там в вашем крае еще какие-то есть, но именно надо, чтобы было мужское и вид аргута.